Привет всем! Мы находимся на Московском вокзале. Сейчас уезжаем в Москву. Приняли все необходимые меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Но похоже, что мы такие единственные. Но нет, еще есть люди в масках, но в перчатках нет. Не знаю почему. Вот наш Сапсан. Сейчас мы сядем и поедем. Ехали, поехали. Мы находимся в Сапсане, Санкт-Петербург, Москва. Время отправления 17:10. Вот мы приехали в наш номер в Рэдисон парке, около аэропорта. Теперь будем отдыхать. Номер маленький, но очень уютный. Наш отель. Вот мы идем пешком в аэропорт. Терминал Д. Сейчас мы пойдем через отель и потом терминал. Так. Ты едешь? Да. Я тебя снимаю. Народу в аэропорту оказалось неожиданно много, и в масках и перчатках далеко не все. Наш рейс из Домодедова в Варну был отменен, S7 больше не летает, но не вернула нам деньги за билеты, поэтому нам пришлось из Шереметьево лететь через Софию Аэрофлотом. Летим в Софию. Уже в самолет. Самолет полный, все в масках и все боимся коронавируса. Или не боимся? Верю вам. Боимся? Конечно. Доброе утро, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Юрий Снежков, торговец Алексей Зверев от имени всего экипажа. И авиакомпания «Аэрофлот» – российские авиалинии, участники международного альянса «SkyTeam» – одной из старейших и самых известных авиакомпаний. Внимание, посадка окончена. Дальше boarding complete. All music orders. Part of music is not Thank you. Ой, дождь пошел. Посмотри, какой сильный. Грозовой фронт идет. Мы летим
я хотела. Maybe she told your comments and feedback about the quality of our service. Thank you. Господи, самолет ужасно трясется. Ой, наконец-то. Мне кажется, прошли облачность. И вышли наконец-то из облаков. В самолете нам дали заполнить вот такие формы с целью борьбы с коронавирусом. Основное назначение тут этой формы – узнать, где мы проведем 14 дней карантина и кто нам будет помогать. Города Софии, плюс 10 градусов. Мы приехали в Болгарию. Встретили нас здесь, конечно, хорошо, как всегда. Померили температуру. Проверили все как надо, но аэропорт не работает, все закрыто, ни попить, ни поесть негде, поэтому это проблема. Ехать на такси куда-то в центр не хочется с вещами. Гостиницы все не в пешей доступности, то есть тоже до гостиницы придется как-то ехать. И поэтому мы вот тут вот крутимся со своими чемоданчиками и будем крутиться, пока не настанет 7 часов, когда они начнут нас регистрировать. А до 7 нам придется здесь отдыхать. Вот. Скамеечек никаких нету, поэтому будем гулять, а потом пойдем в аэропорт. Можно доехать вон на бесплатном автобусе до аэропорта терминал 1, кстати. И там рядом есть отель, так что можно и этим воспользоваться. Кстати, вот приехал автобус, и мы можем на нем поехать бесплатно. Сейчас мы так и сделаем. Пока! Рейсы из Софии в Варну все были отменены. Хорошо, что у нас билет на 8 вечера. Мы еще думали взять билет на 14 часов. В Софии в аэропорту негде ни присесть, ни попить воды, ни кофе, ничего. Поэтому нам пришлось срочно искать отель. И вот мы нашли Ибис и взяли его на полсуток. И теперь будем здесь отдыхать. Маленький, уютный отель. Так что сейчас везде проблема. И совсем проблема. Сейчас пойдем есть, потому что мы не знаем, когда в следующий раз мы поедим. Какие снежные вершины. Ну что, поехали в аэропорт? Готово? Мы в карантине. Сегодня прекрасная погода, и мы на балкончике загораем после завтрака. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы постараемся выжить в солнечной Болгарии.